Более 400 маленьких губкинцев пошли в первый класс. Помимо первых звонков и школьных мероприятий, в городе провели фестиваль первоклассников. Театрализованное представление прошло во Дворце культуры «Нефтяник». С Днем знаний первоклашек и их родителей поздравил глава города Андрей Гаранин. Сегодня мы все радуемся, ведь наши дети становятся взрослее. Я желаю всем нашим первоклассникам хорошей учебы, не ленитесь, больше читайте, старайтесь, и у вас обязательно все получится. Родителям желаю спокойствия и терпения. Уроки у губкинских школьников начнутся во вторник. Отметим, в этом году первоклассников чуть больше, чем в прошлом году. Тогда впервые сели за парты 393 ребенка.